Добрый день, дорогие гости! Вы нас знаете уже 16 лет, и мы вас кормим вкусной, понятной домашней едой. Но за последнее время так сложилось, что все мы долго сидели дома, и, наверное, домашняя еда немножко нам наскучила. Месяц назад мы решили, что мы хотим изменений. Мы решили полностью изменить наше меню в совершенно новую концепцию. Сейчас гости больше хотят прийти в кафе и получить гастрономическое удовольствие от текстуры, от вкуса, от цветовой подачи, от обслуживания. И мы считаем, что в нашем городе тоже есть гости, которые оценят вот это наше стремление к чему-то новому и интересному. Чтобы сделать кухню более высокого уровня, нужно новое оборудование. Мы сейчас закупили пакаджет, сувид, лавовый гриль, что нам поможет преподнести вам ваши любимые продукты в совершенно другом виде. Мы пригласили двух бренд-шефов из Москвы и 2 недели прорабатывали меню. И мы сейчас готовы заявить, что у нас будет абсолютно новое меню, порядка 35 позиций, в которые мы включили и знакомый вам продукт, который вы кушали до этого, но абсолютно по-новому преподнесенный, приготовленный, и новые позиции. В Тверской области нету таких вещей, как гугуменизации, нет таких вещей, как пакаджетинга, сювида. Есть банальная подача, банальные простые блюда, которые уже изъезженный вариант. И мы решили сделать эмульсии, текстуры, которые будут играться и интерпретироваться на тарелке в разных исполнениях и в разных блюдах. Мы разработали специально около 25 соусов и муссов и специально начали их с ними играться в разных тарелках и в разных направлениях. Мы сделали акцент именно на яркие цвета, на яркую концепцию, так, чтобы люди познали, что такое настоящая гастрономия и как надо правильно есть. Прививаем культуру, которая действует уже давно в Европе, которая действует в Москве, в Петербурге. И для такого маленького городка Конаково это будет прям реально очень такое сильное открытие. И я могу смело сказать, потому что мы и в Твери были, и там в Тверской области. Таких вещей, по сути, нигде сейчас еще не подают. Чтобы познакомить вас с нашим меню, мы решили провести дегустационный вечер 2 апреля в 19 часов. Это абсолютно новый формат для нашего города. Наш ужин будет состоять из 8 сетов. И все эти сеты мы будем сопровождать рассказом о том, как это приготовлено, о том, какие текстуры вы должны почувствовать и о том, почему выбрано такое сочетание. Также наши сеты будут сопровождаться соответствующими напитками. И в этот ужин мы познакомим вас с нашими бренд-шефами, с новым шеф-поваром. Ну и ужин буду вести я. Я буду лично вас встречать, рассаживать и сопровождать весь вечер. Поэтому добро пожаловать к нам 2 апреля. Спешите забронировать столик.